Ну а тем временем редакция национального вещания РГВК «Дагестан» записала передачу «Ко дню родного языка». Международный праздник отмечают в мире 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию. Накануне праздника дети прочитали стихи на родных языках и спели песни дагестанских авторов. Напомню, национальное вещание нашей телекомпании выдает в эфир передачи на 6 дагестанских языках, в которых рассказывают о культуре, традициях и самобытности дагестанских народов. Передача о родных языках смотрите на нашем телеканале 25 февраля в 18:45. Ежегодно во всем мире вымирают десятки языков, и эта тенденция будет усиливаться в будущем, если мы, родители, бабушки, дедушки, не будем прививать любовь к родному языку. Огромное значение мы придаем сохранению языка, культуры, традиции Дагестана.